В Усть-Каменогорске проходит финальная часть чемпионата республики по хоккею с шайбой среди юношей 2002 года рождения. После серии убедительных побед в национальном первенстве лидирует Астанинский «Барыс». На втором месте «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Замыкает тройку призеров еще один столичный коллектив – «Астана». В нижней части турнирной таблицы расположились команды из Темиртау и Кибастуза. На этих соревнованиях к большому хоккею готовятся сыновья экс-игроков сборной Казахстана Максима Комиссарова и Вадима Рифеля. На чемпионате вроде неплохо, соперники тоже неплохие, а себя оценю внутри где-то. Не знаю, папа говорит все равно, что нужно еще добавлять во многом. Соперники не такие сильные, как на России, поэтому мы их обыгрываем, кроме Барыса. Он чуть-чуть посильнее, чем мы проигрываем.